Дорогие друзья, для тех, кто не знает, у меня сейчас на канале проходит новогодний конкурс, итоги которого будут подведены 31 декабря 2020 года в 21:00. Все условия конкурса будут в описании. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Gamerus TV. И в этом видео я буду открывать новые Winterfest кейсы. Это второе видео по открытию, поэтому не забудьте поддержать его лайком и подписаться на мой канал, если это видео вам понравится. Всем приятного просмотра, друзья. Мы начинаем. К слову сказать, записываю я этот видеоролик ночью, в 3 часа ночи, без особого настроения, но я надеюсь, что дроп, который мне сегодня выпадет, меня порадует, хотя бы он. И, кстати, со мной сейчас в Дискорде Just Goblin, и эти кейсы мы будем открывать с ним вместе. Ну, не забудьте поставить лайк, а мы начинаем, поехали. 16 кейсов, да? Да, наверное, 16, как обычно. Я звук убирать включил. Надежда на перчик, да? Да, выпала бы хотя бы анимация, я был бы доволен уже, правда. На нож? Хотя бы даже на анимацию, если с этих сейчас кейсов анимация хотя бы выпадет, я был бы уже рад. Вот на нож хочу анимацию. Ну там анимация, кстати, только на дефолтный нож, я думал, на все ножи. Ну, на дефолтный, но там очень красивая анимация, типа, мне прям нравится. Да, да, прикольно. Так. А что, ты дубликаты будешь копить, типа, 20 тысяч или нет? Да, буду копить. Либо на анимацию потрачу. Но, типа, в этом кейсе очень много фигни. Поэтому, я не знаю, дойду я вообще до перчаток. Там прям очень дофига фигни. Да, вообще дофига. Ну, сейчас я первый кейс открою. Опять что фигня. Это? Фигня второй класс. О, кстати, хотя это на Грену скин. Поэтому не так плохо. Нормально. Хотя бы что-то новое. Ну-ка, что за скин? Это на флешку. Второй класс. Балдёж. Ну, кстати, прикольно выглядит даже. Мне нравится. Пойдет. Так. Странно, кстати, что они делают на каждую гранату разные тиры. Типа, они не сделают пятый тир на все гранаты. Ну да, странно. Они разбросали как-то четвертый, третий, второй, пятый. Угу. Сейчас третий класс какой-то или четвертый. Так, сейчас. Не знаю, новая анимация прокрутки мне меньше нравится, чем прошлая. Не, четвертый класс выпал. Кстати, мне нравится скин, прикольный. С оленем такой. Да. Там, короче, это, получается, розовая подсветка. Это шестой тир, когда падает. Угу. И такая прям ярко-желтая, когда седьмой класс. Понятно. Так. А ты вообще видел, чтобы с этих кейсов там тебе подписчики скидывали, чтобы выбивали что-то жесткое уже? Ну да, перчатки выбивали. Уже перчатки, да? Да, и там перши падают, которые не находятся в кейсе, а которые с рулеткой. А, понятно. Это какой-то баг. Вся уникальность перчаток из рулетки пропала. Угу. Опять второй класс. Сейчас, наверное, третий класс. У тебя уже 194 према, да? Ага. Это жопа какая. Я не знаю, до скольки я буду копить, но уже до 200 докоплю. И может под Новый год открою. Но я хочу две части тогда сделать по 100 кейсов. Дальше смысла типа нету, да? Ну не знаю, я посмотрю, как бы. Мне не горит их прям срочно открыть. Так, четвертый класс, дубликат. Так, это, наверное, третий класс. Ну, кстати, прикольно. Winter Night. Нормально. Неплохо выглядит. А ты что, по одному кейсу откроешь? Да. Не знаю, мне так больше в кайф, чем все сразу. Хотя, ладно. Сейчас открою несколько. Давай три кейса откроем. Окей, давай. Раз, два, три. А ты кейсы режешь или сразу все? Режу. А их можно не резать? Да, там есть кнопка. Так. Сразу. Так, сейчас я попробую. Ну, опять третий и два вторых класса. Фигня. Так, ну-ка.
А, так зачем я их режу? Можно просто открыть. Спасибо. Так, нет, там типа, когда режешь, там искры влетают, и по искрам можно понять. Угу. Чуть тебе дробится. Супер 94 класс. Icy Forest. Так фигово выглядит, если честно. Вот по-моему, я не стал антикейсить, потому что я лучше Lucky Spin полностью пройду. Ну, Lucky Spin я тоже пройду, как бы. Кстати, я ее даже не смотрю. А, у меня ее еще нет, Lucky Spin. А почему у меня ее нет? Потому что она выйдет 21 числа. А, понял, понял. Так. Там надо 3 акции задонить, чтобы full spin пройти, это очень много. 5 косарей, считай, 4800. Ну... А ты еще через заёс занатишь. Да, еще за её занатишь. Ты считаешь, у тебя акция стоит 2300, а у меня 1800, на 500 рублей дороже берёт. Угу. Они еще подорожали у iOS, то есть они были дешевле. Так. Сейчас 4 сразу откроем. Это жестко. Ни одной нормальной фигни. Понимаю. Что я это? Говорю, шанс очень маленький выпить из этих новогодних кейсов. Только. Одни третий класс и второй класс. Фигня. Сколько у тебя дубликатов? 1000. Тебе на скины на гранаты хватает купить? Ну, не знаю, скины на гранаты я не особо хочу покупать, потому что я, ну, не так часто прямо гранаты пользую. Поэтому я вообще хочу накопить хотя бы на анимацию на нож, на стандартный. Мне она зашла. Она 5000 стоит, да? Ну да, ну 5000 я точно скоплю. Потому что то, что я накоплю на перче, это вряд ли. Там очень много придется открывать, я не хочу много открывать. Слишком. А ты пас прошел? Да нет, какой прошел, я толком не играю, у меня сейчас 12-й пас на твинке. Типа я даже за данки не прохожу, мне лень. Так тебе надо даже бабочку. Ну да, там, ну там пас короткий, я успею пройти. Ну бабочка классная вообще из паса, прям топчик. У меня новый аккаунт с двумя парами перчи, вот пас здесь тоже прошел. А сколько ты аккаунт купил, напомни? За косарь. А, классно. С двумя парами перси косарь. Это вообще пипец фортуна. Да, классно. А какие там перчатки? Тут перчатки рыцарские, которые Good Knight. А, знаю. И... Угу. Из Warpaint Event Stained Glass. А, тоже знаю. Классно. Да, вообще ультра редкие перчи здесь. Знаешь, не какие-то там, допустим, Frost перчи. Угу. И еще два эксклюзивных ножа. Dragon Remix с Event of Eagles and Dragons. И бабочка с рулетки такая оранжевая, Firebrand. Ага, ну вроде понял, о чем ты. Дефолт керамбит, дефолт тактул, дефолт топор и дефолт бабочка вроде. А, нет, просто. Сколько всего ножей? Сколько всего ножей? 6 ножей. Так, а у меня, кстати, на твинке сколько ножей? Но они стандартные ножи сделали красивыми. Ну, сейчас будет керамбит с рулетки еще и бабочка с паса. Это будет 8 ножей. Угу. У меня 1, 2, 3, 4... 8 ножей 4. И 3 пары перчик. Классно. У меня 1, 1, 2... Что у меня так ножей много на твинке? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 будет еще из рулетки, будет еще из паса. А как думаешь, из вот рулетку стоит до конца крутить, если тебе сначала будут перчи? Типа последняя ячейка останется керамбит. Ну, хз, кстати. А какой там скин на керамбит? А, это который, вот когда ты в игру заходишь на обложке, вот этот керамбит? Да, да. Ну, кстати, он прикольный, он с перчатками хорошо сочетается. Я бы докрутил. Мне классно. Типа 6 тысяч кредитов за такой. Ну, хз, не знаю, типа... В принципе, можно и другой керамбит использовать, который вот во втором пассе был. Он тоже красненький, тоже подходит, в принципе, под перчи. Можно его вместо этого керамбита использовать, если он есть. А так я бы до перчаток крутил.
Ты как думаешь, сколько тебе с 200 премов ножей выпадет? С 200 минимум штук 10, я надеюсь. Это именно ты сейчас про 7-й тир или 6-й? Любых вообще, просто 10 ножей. А ты как думаешь? Ну да, тебе лучше 100 открыть. Да не, знаешь как, чел, лучше по 50 открывай. На ролик по 50, да? Да, типа у тебя выйдет 4 части. Но ты же собрался еще сколько акций задонить? 3-4? Ну хз, я посмотрю. Посмотрю, как с этим кейсом вообще пойдет. Если прям вообще не пойдет, я накоплю на анимацию просто и все, я не буду больше открывать. Ну хотя бы на анимацию хочу. На нож. Ну да, анимация здесь реально годная на нож, мне нравится. Угу. У тебя на дефолт нож тоже, да, нет скина? Ну, на твинке нет, на основе очень красивый скин. Все, ты все кейсы открыл? Да, уже давно. Их же немного, там 15 штук. И что, вообще ничего годного не выпало? Ну, что мне выпало? Мне выпал... Не, ну, в принципе, мне понравился... А тебе пятый класс выпал хоть, нет? Пятый класс не выпал. Мне выпал 4-й скин на Вектор, вот, кстати, прикольный. Мне нравится такой с оленем новогодним. И сколько у тебя дубликатов? 1000? 1000, да, пока. 1000 дубликатов. Ну, 5000-то я накоплю. Надеюсь. Ну и скины хотя бы 5-го класса поубивать. Мне здесь из кейса... Сейчас, какие тут скины? Чтобы все скины на гранату купить, это надо 400 плюс 800. 1200 плюс флешка. Это еще 2400. 3 косаря и 3800, прикинь, надо. Чтобы все скины на гранату купить. Так, сейчас я открою, какие тут скины вообще на гранату-то. Так. Ну, на гранату, которая обычная, прикольный скин. На этот, на смоук. Ну, тоже, кстати, прикольная. Ну, тут все вот такие прикольные. На этот, на флешку только на не особо. На гранату прикольная очень. Ну, да. Даже вот этот второй тир смотрится нормально, вполне. Так. И флешка 5-го класса, но она, кстати, такая, ну, не замысловатая. Угу. Прикинь, это самые первые скины на гранаты, как они цениться будут. Угу. Их надо по-любому брать. Ну, наверное, чё, ты, их... Тебе прям не хочется купить ни одну, да? Имеешь в виду скины на гранаты? Ну да. Да нет, почему закуплю так-то? Ну я подумаю, посмотрю. Хотелось бы перси выбить. Хотелось бы. Или бабочку вот эту новогоднюю. Тоже классная. Она переливается еще так. А тебе посрать какие перси? Или тебе вот Frost больше нравится? Или Snow Ops? Ну Snow Ops, они, по-моему, новые. Их не было, да, раньше? Я не помню. Да, не было. Но... Из рулетки больше всего хочется. Ну да, ну из рулетки я точно буду выбивать. Здесь... Ну, Snow Ops, они просто похожи на эти... На перчатки Таурус, которые у меня были. Блин, а Ук пиздата здесь очень нравится. Не знаю, мне не заходит. О, подобный Ук же был раньше, да? Это же новый. Он из рулетки вообще. Ну, не знаю, мне не особо заходит. Вот. А я с Ука сейчас играю, поэтому мне очень хочется его. Ну, я видел его в катках, типа, в катках мне не особо нравится, как он выглядит чисто внешне. А вот у меня, кстати, сейчас 10 премов есть в магазине. Я сейчас еще 2 акции буду. Я думаю, с 30 премов я 2 седьмых тира выберу. Ну, а какой хочешь выбить? Ну, вообще, чтобы аккаунт прям крутой был очень. Хочется какой-то ремикс выбить 7-го класса, вообще без разницы. Или скин на дефолтный нож хочется 7-го класса любой. Mm-hmm. Вот актулы вообще не хочется. Ну, тактулы, они, кстати, чаще всего падают, как, вот лично мне. Мне дефолтных тактулов выпало 3 с обычного кейса за 200 на основе. И было бы балдёж, но революшн. Ой, ну революшн у меня есть на основе, это вообще классный керамбит. Ну ладно, давай пока.
Друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Всем спасибо огромное за просмотр. Поддерживайте ролик лайком, если он вам понравился. И не забудьте подписаться на мой канал. С вами был Геймерус. Мы увидимся уже на новом видео. Всем пока. К сожалению, дроп сегодня меня не порадовал. Кстати, пока не забыл, давайте заценим скинчик на гранаты, который мы выбили. Хочется осмотреть все-таки это все в игре. Так, друзья, сейчас заценим скин на гранаты. Ну, несмотря на то, что это второй класс, как по мне, смотрится очень красиво в игре. Мне нравится. Хоть это порадовало. Поэтому теперь точно видеоролик подходит к концу. Выложу я его завтра утром. Надеюсь, что на прошлом ролике вы покажете еще активность до того времени, как я выложу этот видеоролик. Мы увидимся уже на новом видео. С вами был Геймерус. Всем пока.